ЕНТ отменят к 2015 году. Об этом сообщил вице-министр образования и науки Мурат Абенов. Вместо этого по окончанию школы и при поступлении в ВУЗ учащиеся будут сдавать два экзамена. Кроме того, по словам вице-министра, планируется внести изменения и в саму форму проведения экзамена. Стоит вспомнить, что ЕНТ планировали отменить в этом году. Однако тогда образовательная реформа не прошла. Они же потом в истерику впадают, самым натуральным образом, если они, не дай бог, не сдали. По госпрограмме развития образования в 2015 году ЕНТ не будет. Эта новость мгновенно разлетелась по просторам сети интернет. Вместо него введут два других экзамена. Один из них – тест по 5 предметам после окончания школы. Второй – по профильным предметам при поступлении в вузы. Наша съемочная группа выяснила, как карагандинцы относятся к возможной форме проведения экзамена в будущем. Я не сдавала ЕНТ, а мой сын достаточно маленький, так что я через это еще не проходила, поэтому точно вам сказать не могу. Ну, сдавали же раньше. Сдавали лучше и учились лучше, чем сейчас. А сейчас на них нагрузили в это ЕНТ самую кучу, они перенервничают и все. И школьный диплом запорот, извините за выражение, и сюда они не поступают. Мы будем сдавать в школе, ну как бы своя атмосфера, а потом там, ну как бы уже подготовившись. Ну не то, что ЕНТ там люди волнуются и все такое, тем более не в своей школе. Лучший экзамен вроде ЕНТ. ЕНТ вопросы сложные там, а экзамен по устной же нормально будет. Ну, насчет вуза я бы против была, потому что мы один раз уже сдали ЕНТ, и это хватило вполне. Того, чтобы проявить настоящее знание, это лучше экзамен, конечно, а легче, конечно, сдать ЕНТ, к нему проще подготовиться, тесты, и тут больше срабатывает, например, кому-то повезет, а кому-то нет. ЕНТ отменят для того, чтобы знания выпускников оценивались более предметно и близко к будущему профилю. При этом будут оцениваться не только знания выпускника, но и уровень его навыков и компетенции. Марк Блюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.